Направления с пометкой «эко» сейчас одни из самых популярных. Даже в одежде появились свои эко-тренды. Например, некоторые магазины принимают старую одежду на переработку и предоставляют вам скидки на покупку новой. Другой практичный способ – не выкидывать старые вещи, а давать им новую жизнь. Тем более способов провести поношенную одежду в порядок сейчас множество. Надежда Сергенкова вместе с дизайнером ателье составила для вас тройку полезных советов, как старые вещи превратить в новый гардероб. Вещи не нужно никогда вот так выбрасывать, тем более если вещь дорога, любима, близка, вот, то всегда найдется выход. Один из способов обновить старую одежду – ее отреставрировать. Вариантов несколько. Вещь устаревшего фасона, например, пальто, можно перекроить на современный лад. В ателье вам помогут определиться с силуэтом в зависимости от ваших предпочтений. Еще один способ – новую вещь можно собрать как конструктор. Есть такая возможность из нескольких старых вещей собрать одну. То есть скомпоновать также разные материалы, разные текстуры, например, там кожу скомбинировать с мехом, с искусственным мехом. Также, например, делать там какие-то текстильные вязаные рукава, какие-то вставки, дополнительные воротнички. Ремонт одежды никто не отменял. В ателье помогут скрыть образовавшиеся дефекты, дырки, пятна, потертости. И решить одну из самых распространенных проблем, когда вещь целая, а вот подклад износился. Мы вам предлагаем альтернативу. Можно просто поменять подклад. То есть подкладочные ткани, они не слишком дорогие, то есть это гораздо дешевле поменять подклад, нежели чем купить новый пиджачок. Обновление подклада обойдется примерно в 800 рублей. Убрать дырку, зашить ее или спрятать в складку – элемент от 200 рублей. А потертости на кожаных изделиях, например, можно закрасить с помощью жидкой кожи. Хотелось пальто обновить и дать ему какое-то новое звучание. Клиенту предложили такой вариант – сделать вышивку. Можно закрыть потертости, просто обновить. Декорирование одежды – еще один из способов. Вышивки, кружево, пайетки и аксессуары в виде брошей. Ими можно закрыть дырку, затяжки или скрыть потертости. К примеру, у вас есть любимая блузка, которую вы прожгли утюгом. На месте дырки можно сделать карман или декоративные вставки из другой ткани. А если вещь просто приелась, ее можно украсить новой фурнитурой самостоятельно. В магазинах шитья сейчас огромный выбор пуговиц, молний и пряжек. Надежда Сергеенкова, Иван Дорофеев. Специально для программы «Дела».